Карл Людвиг фон Берталанфи, австрийский биолог, постоянно проживавший в Канаде и США с 1949 года, первооснователь обобщенной системной концепции под названием «Общая теория систем», постановщик системных задач прежде всего в сфере разработки математического аппарата описания типологически несходных систем, исследователь изоморфизма законов в различных сегментах научного знания. Сам фон Берталанфи описывает происхождение общей теории систем как результат конфликта между механицизмом и витализмом. Обе точки зрения были для него неприемлемы. Первая – как тривиальная, вторая – как вообще антинаучная. Физические системы отличаются от живых образований тем, что закрыты по отношению к внешней среде, тогда как живые организмы являются открытыми. Жизненный процесс организмов предполагает наличие входящего из окружающей среды потока материи, тип и объем которого определяется в соответствии с системными характеристиками организма. Также осуществляется выход из системы в окружающую среду материи, как результата функционирования системы. Таким образом, организмы обеспечивают себе дополнительную энергию, которая позволяет достигать негентропии, а также обеспечивает устойчивость системы по отношению к среде.